Интересно, есть у Тайса уже Харрисон на старте. Харрисона и бойца Дарнаса, скорее всего, наставит. Крошера, наверное, все же сбросит, чтобы разгон поискать. Мне кажется, только эти две карты должен оставить Тайс. Хотя, если он решит оставить Крошера, это, в принципе... Ну, Крошер нормальный ход против патрон воина, на мой взгляд. Но Крошер все же убирается. Ищется разгон. Так. Тоже ребята приветствуют друг друга. Лайфкоч тем временем уже просчитывает летал на восьмом ходу. Так, выходит у нас на стол боец Дарнаса. Посмотрим, будет ли поднята сейчас секира на топ-деке. Нет. Бойца Дарнаса этим ходом не забирает лайфкоуч. Либо же забирает очень дорого с помощью слэма и инерейджа. Это, наверное, неоправданно дорого. Поэтому разыгрывается просто служитель боли. Так, здесь у нас может быть сыгран Шреддер. Крошер, то бишь. Вряд ли сейчас будет разгон. Мне нравится более агрессивный плей. Хотя, даже не Шреддер, даже лучше Кипер, да. Кипер, чтобы не дать карт Соколита. Это лучшее решение в данной ситуации. Боец Дарнаса отправляется в лицо. Очень своеобразная рука у лайфкоуча. Второй слэм заходит. Одни заклинания и патрон. Слэм бойца Дарнаса поднимается. Таурисан. И второй слэм в хранителя чаще. Победитель турнира получит 10 тысяч долларов. Так, вот теперь уже на стол выходит Крошер, размена Калита. Так, ну какое решение примет у нас тут лайфкоуч? По сути, как-то зачистить стол он не может. Разыгрывается мастер брони. И просто армора прожимается. Здесь на топ-деке дикий рев. Уже есть, ну со старта, собственно, в руке имеется Харрисон Джонс, что, безусловно, козырь в игре против воина. Ну что, какое продолжение выберет здесь Тайс? Будет ли разгон? Будет ли темпо БГХ, может быть, модное решение в последнее время? Да, это темпо БГХ плюс буйный рост. Второй патрон заходит лайфкоучу. Есть Таурисан. Но опять же, Таурисан здесь достаточно слабый, поскольку... Ну, по сути, ты разыгрываешь тупо на патронов и на Whirlwind. Battle Rage также удешевляешь, но это... точно не самая хорошая рука для удешевления. Тут на самом деле нужно подумать, что делать. Решает он разыграть патрона. Инне рейдж. Вихрь, очевидно. Два инне рейджа. Ну, короче, делает 6 патронов. И убивает еще хранителя чаще.
Так, и стол-то сразу становится опасным. Нужно искать как-то размен. Плохое существо выпадает из крошера. Хил-тотем. И проблема. Проблема адекватного размена здесь нету. Ну, можно убить целого патрона БГХ. Ну, поставить, да, допустим, Сильвану. Плюс еще с монеты добить одного из патронов с одной единицей здоровья. Так, что в ответ у нас предпримет Life Coach? Опять же, Сильвана неприятное существо со стороны оппонента. При размене ты рискуешь отдать патрона друину. Разыгрывается гномка и приходит командир песни войны. Интересно, сразу разыгрывается у нас командир и ворует целого патрона друид. И тут начинается у нас, нет, не начинается, будет размен. Я думал, начинается веселая игра. Не знаю, на самом деле, на мой взгляд, достаточно спорное решение насчет розыгрыша командира песни войны. Но тем самым он увеличивал количество существ, которые может украсть Сильвана с двумя единицами атаки, чтобы об них раскрутить там патронов, убить сразу как-то. Ну, того первая партия патронов и один командир песни войны уже завершили свою миссию. Здесь у нас выходит Таурисан. Ну, насчет отдачи Варсонга, я предполагаю, что вот, ну, из таких соображений лайфкоучем была разыграна эта карта. Доктор Бум. Неплохо, неплохо. Либо же отдать комбу. Ну, хоть доктор Бум более агрессивно. Если отдать комбу, то ты избавляешься от Таурисана, хорошо защищаешь стол. И типа вообще молодец. Тут нужно подумать, что лучше. Выбирает вариант с полной зачисткой стола с помощью силы природы и дикого рева. И давай, трансляция, пожалуйста, не болей, недолго нам осталось. Спасибо. Он даже без дикого рева хочет играть. Ну, мол, и так справлюсь, зачем зазря карту тратить. Возможно, в этом есть смысл, не знаю. Снова некие у нас проблемы с трансляцией. Это, ну, не мои косяки, ребята. Я на это никак повлиять не могу. Так, поднимает укус Life Coach. Убивается Хранитель Чащ, Armor Up.
Так, и здесь у нас Таурисан. Интересно, наверное, вперед все же пойдет Харрисон. И еще приходит Шреддер, это очень неплохо. Сразу же выходит он на стол. Ну и все плохо для лайф-коуча. Он даже подроваться нормально не может. Казнь в 5-3 это слабо достаточно. БГХ хочется отдать опять же на доктора Бума. Если ты выставишь БГХ по закону жанра, сразу же на следующий ход оппонент поставит Бума против тебя. И здесь похоже просто армора. Но это очень пассивно. Но варианта другого нету. Думает сейчас Тайс разыгрывать Бума, либо же все-таки Таурисана вперед. Увидел он пассивную игру от лайф-коуча. Возможно, понимает, что там есть БГХ. Да, лайф-коуч играет опытного охотника на патроне. Такая вот неожиданная тема. А Тайс на патроне играет потасовку. Battle Rage на одну карту. Это Берсерк. Ну, все идет к тому, что друид выигрывает эту партию. На следующий ход летал, если не предпринять никаких действий. Находим Берсерк, вырывается Крошер и Экзекьют. Так, и ХП поднимается до 23. Здесь еще и Нервейт. Ну, короче, летал тут в любом случае. Даже 25 может сделать дамага. Тайс. И это 1-0 в пользу игрока из Голландии. Из Норвегии же. Хватит троллировать тварину. Ну ошибся, с кем не бывает. Ни с кем не бывает. Да, ребята, финал завтра. Уже известно, что первым финалистом у нас стал Нейрия. С чем мы поздравляем Евгения.
Уже он заработал, помимо путевки на BlizzCon, призовые в размере $5000, и завтра поборется с победителем пары Life Coach Тайс за главный куш в размере $10000. Что-то лайфкоуч без сворованных бумов не тащит. Это на... Ну, еще не вечер, я думаю, что... Лайфкоуч еще покажет. Класс. И вот он, ребята, Mirror. Mirror патрон варов. Оставляет на Мургане лайфкоуч патрона. Заходит и на рейдж, нужно ловить укус. Также есть командир песни войны и таскмастер. И вот мы видим в стартовой руке у Тайса уже потасовку, что является очень нестандартным решением для этой деки. Помимо потасовки еще шилдслэм играется у Тайса. То есть у него из ремувалов две казни, удар щитом и еще поверх этого всего потасовка. Армора под лайфкоуча. Здесь у нас заходит укус. Скорее всего пойдет блок щитом или акалит. Акалит. Существо на столе всегда хорошо. Ну что, темпа берс? Или слабак? Давай, темпа берс или no balls. Не, нельзя сказать, что потасовка прям такой странный ход в патронваре. Просто это не популярный ход. И достаточно неожиданный, скажем так. Так-то в целом потасовка неплохой ремувал, который может играть. И на патрон варе в том числе. Так, трансляция, не болей, пожалуйста. Видимо, нужно обновить страницу, ребята. One moment. Все хорошо. Нет, тварина не ломал стрим. От тварины вообще это не зависит. Это официальная трансляция. Интернет у тварины вроде как нормально работает. Все должно быть хорошо. Тайс постоянно рукой еще парит. Ну, кстати, да, он посматривает. Но, видимо, игроки друг друга знают очень давно. Видимо, он что-то считывает по лицу лайфкоуча. Может такое быть вполне. Так, ну лайфкоуч тут, как обычно, задумался. Разыгрывается у нас гномка.
Приходит огненная секира, монета. И злой надсмотрщик убивает Акалита. Мы видим, у Тайса уже висит укус с одним зарядом. Ну что, возможно, пришло время разыграть Таурисана. Ну да, по сути, тот же, ну, покер, да не покер, но учитывая то, что Тайс должен очень хорошо знать лайф-коуча, его там, возможно, реакцию на различные какие-то расклады, ситуации, то да, действительно, он может что-то считывать по ему лицу. А может быть, мы просто себе это напридумывали. Тем временем разыгрывается у нас Таурисан на, в принципе, хорошую руку. Целых 8 карт. При этом есть командир песни войны, есть патрон, есть два вихря. Еще батл рейдж и потасовка. Ну прям хорошая реально рука. А мне наоборот кажется, что хорошо, когда игроки прям видят, сидят друг напротив друга. Это, опять же, элемент. Ну, то есть ты по-другому себя чувствуешь. У тебя другая обстановка. Нету комфортного там кресла. То есть, ну, все привыкли дома играть. Там, в привычных условиях. Уютно. Все дела. Здесь, ну, во-первых, давит во многом груз ответственности. Все-таки турнир серьезный. Хочется сыграть сильно. Там поехать на BlizzCon, призовые там, и так далее. При этом вот эта близость, ну, внимание, опять же, всеобщее к тебе. На тебя постоянно нацелено. При этом оппонент сидит напротив тебя, то есть вы видите друг друга. Ну, то есть это есть в этом некий смысл, на мой взгляд. Так, тем временем разыгрывается у нас командир песни войны и патрон. Что? Лайф-коуч тоже играет потасовку? Серьезно? Вот это поворот. До этого я не видел. Сегодня не показывал лайф-коуч потасовку. Вот сейчас будет тот момент, где потасовка реально может спасти игру. Ну хотя, там есть берс вообще, там бы даже вихрь. Ну, одного вихря мало будет. Финалы будут завтра. Ну то есть финал. Вот он, БГХ рядом с потасовкой, рядышком присел. Ну что, надо играть потасовку. Выжившее существо добирать с помощью секиры. Ну и армарап прожимать, не знаю. Да, действительно, кстати, Тайс овердровнулся на одну карту, но это не слишком страшно, учитывая, что рука у него сильная. Ну и продумывает лайфкоуч, опять же, что делать дальше. Но здесь удар топором, да, армарап. Что еще? Battle Rage думает прожать. Нет, все-таки армарап. Сразу видно, что не из одной команды.
Ну, да, возможно, они вместе там и придумывали вложить потасовку себе в колоду. Не знаю. Наверное, лайфкоучу нужно сейчас рисковать, играть-то Урисана как-то. Удешевлять свою руку. Не знаю, он может сейчас опять же сыграть командира и патронная точно так же влететь на потасовку. Ну, то есть, выставляясь таким образом, Тайс как бы заманивает, говорит: давай, давай, лайфкоуч. Разыгрывай патронов. Не знаю, что вы там кладете и куда, ребята, а потасовку ложат обязательно в колоду. Кладут БГХ, а потасовку ложат. Да, разыгрывается у нас Таурисан. Так, ну что, нету командира песни войны. С командиром тут бы уже летал бы. Идет слэм на добор. Берс. Берс не помогает. Ну, в идеале как-то нужно избавляться от императора. Плюс есть, например, удар щитом. Плюс поднимать укус, идти лицо. Вот разыгрывается Акалит. Еще и на рейдж ищет все-таки карты. Прямо сейчас. И вот командир песни войны. Интересно, почему он не решился отдать блок щитом. Мол, типа, я и так убью на следующий ход с руки. Ремува лучше на всякий случай приберечь. Спасибо ребятам из чата, знатокам русского языка. Очень ценю ваши поправки. Молодцы. Так, ну и что тут для лайфкоуча? Он умирает следующим ходом. Ну и да, правильно пишут, что отдал еще, чтобы меньше существ на столе было, чтобы на берса не нарваться. Поднимается десбайт. Удар в лицо. Арморап, пропуск хода. И это 2-0, друзья, для Тайса. Командир песни войны, патрон. Раскрутка. Там еще два вихря на всякий случай. Ну, даже берса не ставит. Смысла нету, и так убьет. Два ноль. Каждый хочет поумничать. Да я понимаю, я это сам умничаю. Все нормально. Все ок. Вихри крутятся, патроны мутятся. Смысла нету, может, мана нету. Может быть и такое.
Даже если была бы мана, все равно смысла в этом не было, так что без разницы. Итак, остается Тайсу выиграть только на чернокнижнике. Лайфкоучу нужно победить на всех трех классах. Напомню, что это друид, охотник и тот самый знаменитый патрон воин в исполнении лайфкоуча. Лайфкоуч не изменяет себе, продолжает выступление на воине. Ну, здесь у нас хенд от Тайса. Два хеллфайра уже в руке. Весьма неплохо против, опять же, патронов. Лайфтап, приходит дракон, также Джараксус зашел, есть великан горный и Молтон. В принципе, неплохая рука у Тайса. Ну что, темпа берс. Модное решение против эндлока темпа берса ставить. Нет, к сожалению, у меня нет информации по поводу личных встреч Тайса и Лайфкоуча. Ну, то, что на первый взгляд кажется, что ну, как легко делает, то есть выигрывает 2-0, это еще ни о чем не говорит, честно. Честно говоря, что-то я уже говорю, заговариваюсь. Не решился Лайфкоуч ставить у нас берсерка, наверное. Какой-то стороны правильно, бережет его для винкондишена. Ну что, а здесь пойдет ли темпа БГХ? В этом смысла, наверное, тоже мало. С монеты можно разыграть дракона. Но вообще, если сыграть темпа БГХ, то на следующий ход типа сможешь разыграть горного великана. И все-таки в этом есть некий смысл. И именно такое решение принимает у нас Тайс. Темпа БГХ, нью мета, ребята. Знаменитый Фитиль Гейминг. Вот игрока из Германии. Выходит на стол у нас гномка, которая приносит Инерейдж. Ну что, здесь дракон или гигант. Одно из двух. Все-таки решается выставить горного великана. И размен БГХ в гномку.
Темпа БГХ практически в каждой игре, потому что, ну, против патрона БГХ не нужен. Там нет ни одной цели под это существо. Лайфкоч легко расправляется с первым великаном с помощью таскмастера и казни. Также мы видим, что вторая казнь также у него на руках. Плюс не забываем, что охотника играет у нас лайфкоч. А Тайс у нас играет двух опытных охотников, как мы видим. И здесь дракон, монета, лайфтап. Ну, тут два БГХ, два Хеллфайра. Ну, кстати, два БГХ в Локи сегодня показывал уже не Ирия. На своем демон хендлоке. Но по сути два БГХ это чисто, ну, решение для миррор матча. Что же делать? Дезбайт. Одел. В лицо проатаковал. Дракона ударил. Казнь не потратил. Армарап. Армарап от лайфкоуча. Да, игра у нас Best of 5, Conquest. Собственно, это матчпоинт для Тайса. А лайфкоучу нужно выиграть 3 игры подряд, включая эту. Такс, здесь у нас... Призыватель бездны. Из демона в руке только Джараксус. Пять офф тут уже посчитали. Я думаю, пока еще будет драваться у нас лайфкоуч. Паладина на турнире видели мы только в исполнении Хоя. Возможно... Я не знаю, какой деклист был у Маврика и Геры. Возможно, эти игроки использовали паладина. Но из тех игр, которые были на мейнстейдже, паладином играл только Хоя. Лайфкоуч, да, действительно, не успел поставить гномку. Shit happens. Как говорится. Здесь выходит у нас лодхи плюс бомба. Забирает служителя боли. Вот еще и патрон.
гномка выходит на стол наконец-то. Мастер брони, армора. Насколько завтра стрим, я пока сказать не могу. Официально вроде как финал в 14:30. Скорее всего, на это время стоит ориентироваться. Так, здесь приходит у нас горный великан для Тайса. Это очень здорово. Плюс надо таунтиться, наверное. Потому как опасно уже восьмой кристалл. Понимает он, что может отъехать от берсерка. Тап. Великан решает не разыгрывать просто защитника Аргуса, судя по всему. Здесь размен. И вот хит на 6 в лицо сходил. Так, ну здесь заходит БГХ. Да, завтра мы будем вместе с Миллименом комментировать финал. Ну, точнее, Миллимен точно будет, я тоже надеюсь, что буду так правильнее говорить. Ну да, естественно, что Тай знает, что Life Coach играет БГХ в данной колоде, судя по всему. Именно поэтому он не стал разыгрывать великана. Просто армарап от Life Coach. Что, может быть, хилбот? А, не заходит Таурисан. Лайфкоуч, это большая проблема. Решается все-таки разыграть великана. Думает, по крайней мере, над этим. Тайс. Но опять же, если разыгрывать великана, однозначно нужно либо хилбот еще, либо таунт. Ну, очевидно, это будет таунт. Нет. Да, это будет Сан-Фьюри. Ну что, пора, лайфкоуч, пора. Так или иначе, ты должен это сделать. Если ты не летаешь, то как минимум нужна размена тебе. Идет через патрона, Inner Rage. Так, есть еще одна единица маны, есть казнь. Казнь уходит у нас на горного великана. Патроны пошли в размен. Еще раскрутка от топора. Пошел фитиль. Тут еще Джараксус выползет. И, ребята, это 3-0 для Тайса.
Просто два Hellfire. И победа. 3-0. Безоговорочная победа Тайс АНЛ. Поздравляем второго финалиста. Именно Тайс встретится завтра с Нейрия. И эти два игрока разыграют главный приз в размере 10 тысяч долларов для победителя. Пишут, что лайф-коуч летал, пропустил. Надо будет пересмотреть этот момент.